Заходи, дружок, мы тебе страшно рады. За прошедшую неделю ты, наверное, хорошо отдохнул. Пришло время и как следует размяться. Спорт. Спорт всегда сопряжен с травмами, ушибами, растяжениями, переломами. Иногда случается и что-то более жуткое. Например, смерть. По вине судей, менеджеров или из-за беспредельной ярости соперников. Но представь, что будет, если смерть сделать одним из условий спорта? История знает немало таких примеров, но все они либо в далеком прошлом, либо в глубоком подполье. И только видеоигры до сих пор открыто развивают все новые и новые горизонты кровавого спорта. Сегодня я покажу тебе 5 видов соревнований, буквально требующих крови каждого из участников действия. Давайте поиграем с вашими фобиями. Сюжет в Need for Speed – вещь мифическая, мало кто о нем знает, еще меньше воспринимает его всерьез. Так или иначе, своего рода завязка там есть всегда. И карбон этот феномен не обошел. Охватывая события аж со времен андерграунда, она рассказывает какую-то нелепую историю о сумке с фальшивыми деньгами, которая якобы должна связать все части серии от Underground до Most Wanted. Согласно его величеству клише, нас в очередной раз лишают железного коня, откупают от легендарного сержанта Кросса и в знак благодарности просят ни много ни мало завоевать для друга-спасителя город Палмант-Сити. Воу-воу-воу, всем кровожадным любителям GTA отбой. Завоевать здесь значит выиграть пару гонок в выделенном районе, тем самым перекрасив его в цвет своей банды, без стрельбы и наркотиков. И все бы ничего, свойственная для аркады вещь, если бы не одно но. У местных гонщиков есть традиция. Согласно своеобразному кодексу чести, ночные рыцари Палмонта выясняют отношения в местах, мягко говоря, не предназначенных для этого. Поставив главаря уличной банды в неудобное положение, полностью заняв его часть города, вам будет предложено сразиться с ним один на один на горной трассе каньона Карбон. Суть примерно следующая. 2 этапа, плохое освещение и извилистый каньон. Побеждает тот, кто наберет больше очков. Или выживет. Конечно, погоня в карбоне не всегда заканчивается трагично. Падение с горного массива для игрока означает рестарт, а для соперника – моментальное поражение. Немного нечестно, согласен, но драматизма это не отбавляет. Ведь чтобы догадаться, чем обычно заканчивается падение с каньона на полной скорости, большого ума не надо. Острое и опасное увлечение, эти ваши гоночки по каньонам, но очень азартное. Need for Speed Carbon. 5 место. Заранее предрекая спор между стражами турника и воинами резных фигурок, скажу сразу. Да, шахматы — это спорт. Спорт, признанный таковым в более чем 100 европейских странах. Так что же в этом списке делает настолько медитативное увлечение, как шахматы? Попробуйте проявить фантазию. Давайте заменим фигуры на живых существ, лишенных собственной воли, а их символическое падение на поверхность игральной доски — смертью. И получится вполне себе милое зрелище, достойное этого списка. Место действия — Каражан, одеяния — торжественные. Развлекательная программа — опера «Красная шапочка» с живым оборотнем. Одна штука. Демонстрация верховых под инструктажем демонического всадника во время антракта. Услуги мертвого дворецкого — по первому пронзительному воплю. Кульминация торжества – шахматная партия с давно почившим владельцем этих угодий. Фигурами выступят настоящие смертные, символически избранные из числа воинов Орды и Альянса, а победитель забирает тела и все, что на них надето. Рейдовое подземелье World of Warcraft – Каражан – далеко не первое и не последнее проявление гениального креатива Blizzard, но именно оно четко отвечает нашим требованиям. Спорт, смерть, побеждает выживший. Вернее, тот, кто управлял ими, ведь у бедняк даже нет права на выживание. Их жизнь в руках героев, тех, кто пришел опустошить святыню великого мага и забрать из нее все, что не прикручено к полу. Медленное и методичное лишение жизни бедных фигур происходит под красивую музыку и вызывает весьма немалый спортивный интерес. А готично-то как? Если вы любите играть в шахматы и чужими жизнями, Каражан из мира Варкрафта – отличный выбор для вас. Строго 4 место. Американский футбол – зрелище само по себе не для слабонервных. Защитная форма, намекающая на то, что тут не камень по льду катают, располагает к захватам, толчкам и громким падениям. Азарт и боль во все поля. Blood Bowl – больная фантазия разработчиков из студии, гордый и символичный, именующий себя Цианид. Это почти то же самое, что и регби, только с ненормальным процентом смертности.
И без травки или каких-либо других веществ тут явно не обошлось. Участвовать в первенстве придется, взяв под крыло одну из неординарных команд, состоящих из людей, орков, эльфов или иных адептов хаоса. Пользуясь случаем, передаю пламенный привет Games Workshop. Игра изобилует черным юмором, сатирой и угаром. В конце концов, не иначе как пародийной назвать ее, ну, никак нельзя. Здесь для победы хороши любые средства. Избить оппонента до отключки? Милое дело. Подкупить судью? Ты попробуй без этого выиграть. Нажраться зелья и использовать особую футбольную магию? Давай покажем тебе как. И пусть игра получилась весьма спорной во многих аспектах, особенно в стратегическом, она очень качественно передает дух безбашенного и кровавого спорта. А за возможность стравить адептов хаоса с лизардменами – личные симпатии нашего дорогого Харба. Безбашенный, ненормальный и, по-хорошему, дурацкий Blood Bowl – третье место. А теперь наступает самый ответственный момент. Кому же хватило металла в известных местах, чтобы дерзнуть и занять лидирующие места? Не раздумывая, поделитесь этим в комментариях. Возможно, вы уже знаете, кто расположился на первых местах. Рассказывал вам обо всем кровавом и опасном Сорка, а вы смотрели Игрофобии на канале Games Busters. Новую порцию ужасного вы увидите через какое-то там количество недель. До скорого. Thank you.